люди должны почувствовать, платить налоги, соблюдать закон намного комфортнее, чем делать обратное. К чему значительная часть чиновничества, да и не только чиновничества, привыкла, как к обыденной жизни. Вот с этим надо заканчивать, иначе тогда не получится. Васильев-то готов вернуть республику в правовое поле, но готов ли дагестанский народ пойти ему навстречу? То есть выплачивать по закону налоги, не использовать липовые свидетельства об инвалидности, сдавать ЕГЭ без нарушений и, наконец, жить без коррупции. Нет, Дагестан абсолютно к этому. Потому что, знаешь, как у нас такая система, что дагестанцу легче заплатить деньги и решить свою проблему, допустим, без очереди, там, как бывает в медицинских учреждениях. Там, чтобы справку получить, на тебе очередь нужно неделю простоять. А чтобы не стоять, ты просто отдаешь деньги. Ну, этого не избежать, конечно, но это тоже будет немного. Ну, вы думаете, что частично получается? Да. Дагестанцы готовы жить без коррупции? Мало верится. Ну, у нас многонациональная республика, поэтому каждый будет думать о себе. Готовы. Готовы. Вы думаете, что готовы? С удовольствием. А это отказаться от этих липовых справок об инвалидности? От этого тоже готовы. Человек здоровый, может работать. Ну, работы нет. А что делать? Люди себя выход находят. То есть вы считаете, что если Владимир Васильев сделает рабочие места, создаст рабочие места в республике, то коррупцию можно полностью искоренить. С удовольствием. Это можно сделать. Либо, как говорится, либо тухнет с головы. С Москвы надо все делать. Сперва там, потом здесь. Ну как ты считаешь, какая часть вообще населения Дагестана выплачивает налоги? Готова ли она по закону выплачиваться? Ну, я считаю, что, не знаю, это мое личное мнение, но я считаю, что многие, почти все выплачивают налоги. Я так считаю, не знаю, я как-то по себе сужу. А вот как вы считаете, дагестанцы сами готовы к тому, чтобы жить без коррупции? То есть не давать взятку, не делать липовые справки об инвалидности? Это поколение точно не готово. Может, через 2-3 поколения что-то изменится, но эти люди, какой бы правитель ни был, вряд ли изменятся. А вообще, вы как считаете, народ Дагестана готов вообще от того, чтобы отказаться полностью от коррупции? Думаю, что нет. Почему? Не знаю, так кажется, да.